Послание апостола Петра, 1 глава, 12 стих. «Для сего я никогда не перестал напоминать вам о том, хотя вы то и знаете, и утверждены в настоящей истине». Он перечисляет, какие качества должен быть христианин. Человек, который заботился только о рыбе, о сетях, о погоде, ни разу после обращения ко Христу уже не упоминает об этом. Он заботится теперь как истинный пастырь, как духовный рыбак, о том, какими должны быть христиане. И заботится не только, чтобы они стали такими, но и после его смерти такими же остались. Потому что часто говорят так: вот умрет и ничего не будет. Сталин перед смертью говорил: умру я, вас как котят будут обманывать и развалят весь союз. Держал на крови, но держал. Что в памяти остались? Репрессии после него. Миллионы загубленных душ, но в памяти остались, что был порядок. Какой? Ну, жестокий, сатанинский порядок. У нас божественный порядок. И соблюдающий наш устав, соблюдающий то, что говорится в Писании, может запомнить это. Вот я войду буквально в историю, войду тем, что стал говорить, что церковь не может существовать без Библии. И называется православными, мы не имеем права, если мы не считаем Священное Писание. Мы просто обманщики. Я заново, как будто впервые, дал людям Златоуста, когда начитал его. Заново открыл его, такое есть выражение. Я впервые сказал о том, что монашество нанесло вред христианству больше, чем коммунизм, фашизм и масонство вместе взятое. Почему? Христос говорит: кто не исповедует меня перед людьми, не у батюшки здесь, того я не исповедую перед Отцом Небесным. Миллионы за стену монахи спрятали, никому не разрешили ни одного слова говорить, ни одного. А у нас еще в храме продолжаем шептать и говорить, ни одного за всю жизнь. Я говорю, что Бог будет нас судить по слову. Твердо уверен, 12.48 Евангелия от Иоанна. Я не сужу, слово мое будет судить вас. А значит, по нему надо строго держать. И Петр говорит: я буду вам об этом напоминать. Об этом, после моего отшествия. Хотя вы то и знаете. Я в прошлый раз вам объяснял, маленькое дело, я с маленького начинаю, то с платочка, то с скамейки. Скамейки вдоль стен не ставь. Уборщица развернула, вы уже сели. Вы просто не знаете, что такое порядок. Вы слышали, что нельзя это делать. Лицом друг к другу сидят только на стадионах. Ни в школах, ни в кинотеатрах, нигде этого нет. Ни в театрах. В одном направлении сидят, и там сцена. Вот у нас, видите, какая сцена. Если уж по-другому, не знаете так. У нас не стадион здесь. На стадионе демоны являются, а у нас ангелы здесь. Уже сели лицом друг к другу. Израиль был огражден множеством заповедей. И везде была смерть, смерть, смерть. У них все было на смерти. Да каждый день даже их были казнить. Нет, не каждый день. Люди этого не делали. Написано было, что если женщина, имея месячное, села на скамейку, кто-то сел на эту скамейку, оскверненный, будешь дома сидеть. У мужчины священник сел на скамейку, вся скамейка, хоть километр длиной. Кто сядет на нее, тоже оскверненный, и до вечера не выходить и вымыть одежды. И что Израиль держался? Во всей стране. И что интересно, сегодня этот закон действует. Я недавно прочитал об этом, и интервью давала та, которая уехала из России, а потом вернулась. Как они женщин проверяют, специальные женщины проверяют, кончилась у нее нечистота или нет. Всех до одной женщины на учете держат, во всем Израиле. Это же вообразить даже нельзя. А как же по-другому? А вот поэтому с язычниками не знали, у них все скверно, погано. Почему на Голиафа Давид сказал: ты хуже пса? Они понимали, язычники этого не соблюдают, то не соблюдают. Там все поганое. Зачем вы лезете туда? Зачем вы с ними знаетесь? Не ходите. Но сатана подошел с другой стороны, с религиозной. Среди самих евреев непрерывные смуты были, бунты. С язычниками они рассчитались. Нельзя, и все. Заповеди запрещали. Число 5.15. О чем надо напоминать? Ну, Петр напоминал, как жить свято. Наверное, о том, чтобы чтили родителей, правильно воспитывали детей. А вот слово «воспоминание», помнить, впервые встречается не об этом. А вот это, говорит, будет приношение ревнования. Приношение воспоминания, напоминанием о том, что вы сделали грех.
Напоминание. Специальная жертва была в напоминание. Я читаю, как будто первый раз. Начитывал Библию, сейчас смотрю. Напоминание жертвы о грехе. Не просто за грех, а напоминание, чтобы ты не забывал. Хотя мы то и знаем. Третья книга Царств, 17:18. Женщина, которая приняла ее пророка Илию, она прославляется Христом, но, живя у ней, пророк как бы принес ей напоминание о грехе, и сын ее внезапно умер. И она говорит: ты пришел сюда, чтобы напомнить о грехах моих и умертвить сына моего. Она ничего не сказала, что да, законно, я грешила, я и забыла, может быть, а может быть, незаконно ребенок был нажит, а ты напомнил, и он умер. Вот за это смирение сын ее снова воскрес. Нам многое Господь дает. Пала корова. Ну а почему? Все нормально. Корова принесла мертвого теленка. Держу птиц, плода никакого нет. Ну почему? Исследуй. Сядь, возьми бумагу, помолись опять, посмотри в Писание, и Господь что-то откроет. Ты исследуй, напоминание о чем-то. Вот из плена возвращается израильский народ. Слава Богу, коммунистический режим рухнул, теперь мы свободные, храмы открылись. Все так и поняли. А Неемия 9:29 и 30 глава говорит так: ты напоминаешь нам, чтобы мы обратились к закону твоему. Вот для чего это пленение было. Так а сколько ты напоминал нам, Господи, 70 лет, долбил и долбил. Пока там, в чужой стране, вы не поняли, какие у нас были хорошие уставы, как у нас все было обдумано. Скотина не бродила, все у нас было по порядку. Вот когда вы в другое место уедете, кто собирается, вот тогда вы узнаете, когда вас воровать будут подряд снова все. Вы все это забыли, как там жили? На улице лежит техника, батюшка говорит, пошел около 12, два дня назад. Полная тишина, ни одна собака не лает, в любой двор захожу, посмотрю, все стоит. Всех коров уведи, и никто не дрогнет. Всех овечек уведи, зарежь, и никто ничего. Вы понимаете, под каким покровом мы находимся у Бога и у Божьей Матери? Это молитва. Я вам напоминаю об этом, говорит Петр. И чтобы вы помнили, что люди, живущие в любви Божьей, под особой охраной у Бога. Если мы избранники Божьи, мы во всем должны быть мудрее неверующих людей. Мудрее. А у нас часто получается наоборот. Посмотри, люди мира сего. Господь говорит, они в своем роде мудрее. Они знают, как поступить. Как он масло стал столько, пшеницы столько. Он думал, как обеспечить будущее. Ты думаешь, как в Царстве Небесном будешь. С чем ты туда придешь? Неемия 9:34. Цари наши, князья наши не внимали заповедям твоим. Ты напоминал им о том и послал их в плен. И вот истинное расстояние. Цари наши не знали, священники не знали, Библию забыли. И Бог тогда отнял все храм. Ну, на храмы надеялись, а храмы легко рушить. Там взорвали храм Христа Спасителя. Все. А вот теперь священников переколотили и начали искать басни. Сны Богородицы собирать. Письма разные подкидывают в почтовые ящики, перепиши 40 раз, тебе благо будет. То есть стали жить только на одной блевотине. Царское блюдо Бог смел. Царское блюдо – это Священное Писание. Я говорю о том, где и о чем Бог напоминал, и о чем Он нам сегодня напоминает. Пророк Исаия 12:4. Напоминайте людям, как велико имя Его. А как оно велико, когда имя Божие-то не знают? Кто бы вас не спросил имя Божие, вы точно знаете, нашего Бога имя Иегова. Как ты свое имя знаешь? Отца своего знаешь, как величать? Какая же не знаешь, как Бога звать? Когда спросил Авраам, а как тебе имя? Бог говорит, Иегова. Моисей явился в пустыне, а он же воспитывался в Египте, в царских палатах. Он не знал ничего и спросил, а как тебе имя, Господи? Богов-то много. Богов очень много. Не два, не три, 500. Это больше, чем имен сегодня. Напоминайте, как велико имя Его. А что означает «сущий» в переводе на русский язык? Он везде присутствует. Детей научите ходить в страхе Божьем пред лицом Бога. Постоянно говорите, Бог это видит. Не так, что родители ушли
церковь, а ребенок в холодильник, после день колбасу достанет, он все, иконочку можно шторочкой закрыть. Напоминайте, что имя Богу нашему Иегова, он все видит, он сущий. Ему имя такое, он всюду присутствует, сущий. Существует все везде и всюду, куда бы ты ни пошел. Исаия 62:6. «О вы, напоминающие о Господе, не умолкайте!» Петр говорит, буду напоминать вам, что людям будет напоминать моя жизнь, которая окончится. Что? А ведь до нас вот это селение было. Вы, приехавшие сюда, ни одного имени не знаете, ни одной фамилии. Только Потеряев остался, потому что он первый дал название Потеряев. И хотя нам говорили назвать Потеряев по нашей фамилии. Вот когда сейчас мы ее регистрировали заново, мы на это не пошли. Вы, напоминающие о Господе. Это говорится тем, которые напоминают. А которые не напоминают, напоминайте впереди, говорит. А если начал напоминать, не умолкайте. Говорите, как благ Бог и к русскому народу. Все еще жизнь продляется, мирное время. Он дал нам веру в Иисуса Христа. Он сподобил нас быть причастниками Духа Святого. Он дал толкование нам, что нигде спасения такого точного нет, как в православной церкви. Мы от апостольских времен. А все остальное – выдумки человеческие. А человеческие Христос назвал сатанинским. Оно почему-то знаком равенства идет. Иеремия, пророк, говорит, 20 глава, 9 стих. Подумал я, не буду напоминать им о Господе. Не слушаю. Говорю, но и тоже не слушает. Но в сердце моем горел, как бы огонь разбитый, и я не мог удержать его. Думаю, не буду больше говорить. Да что говорить зря, когда только злятся, да поносят. Это, кажется, состояние у пророка Иеремии было. 2700 лет назад прошло, и все эти 2700 лет назад люди, большинство людей не внимали Слову Божию. И у проповедников всегда была такая мысль, не буду я больше говорить. Меня спрашивают, там тот говорил, там много ли обратилось? Немного. Мы обошли примерно 15 тысяч квартир. Тысяч! Один человек обратился. Один. Мы ходили на представление, на учение сектантов. Там было каждый день около 1000. 13 дней ходили. Одна душа снова обратилась. Вы напоминаете о Господе, но это одна душа дороже целого мира полного золота. И главное, когда люди вот такие приходят, они какие-то особые, активные в деле Божьем. Они в каждом деле стремятся быть первыми, куда бы ни пошел, в больные, везде стараются с собой быть. Это не просто уверовали от бабушки, пришли. Иоанн 14:26. Утешитель, Дух Святой напомнит вам все. Что все? Все, что делал Христос. Все Евангелия. Четыре Евангелия. Это все от Духа Святого. Не жалуйся, что памяти нет. Это отсутствие Духа Божия быть может. Дух Святой обещал напомнить. Ты можешь забыть, где что положил. Забыть, куда пошел, вышел. Зачем пошел, не знаю, с кухни вернулся опять. Откуда я начал думать? А уж Слово Божие ты будешь знать. Почему? Дух Святой обещал, я вам напомню. Вы будете знать. С любым только заговоришь, и сразу у тебя речь потекла о Боге, о Христе, о вечности. 2 Петра 1:13. О том, чтобы напоминанием возбуждать здравый смысл. 2 Петра 3:1 также говорит. Иуда 1:5. Я хочу напомнить вам, знающим это, что Господь, выведший народ свой из Египта, погубил его. А зачем напоминать? А чтобы с вами такого не случилось. Я стал размышлять сейчас. Я уже смотрел несколько разных экранизаций, фильмов, как про Моисея. Ну, все-то, конечно, сюжет-то главное из Библии, но как по-разному смотрят. И каждый раз видишь самые тяжелые моменты. Вывел, такая радость, начинается смута. Моисей напоминает, вы же погибали, детей отнимали, убивали, ни одного мальчишки уже не было, род наш прекратился бы, а у нас чеснок был там, то есть мы там зарабатывали. И Аарон-то на что подался? На быка клюнули. Вот быка сделал, а Моисей нам сделал быка. Аарон, священник, может быть, батюшка больше времени уделил вашим быкам, за быками пошли больше, за коровами, за свиньями. Может быть, золотую свинью вам тут пообещали. Я уже думал об этом. Но это не главное. Там был идол, чтобы не было идолом ничто. Я напоминаю вам, знающим это, они вышли, но не вошли.
Кажется, уже все. Фараон на дне лежит, трупы развеяли, колесницы утонули. Теперь мы одни останемся. Внутри начинается смута. А кто тебя поставил, Моисей? Откуда мы знаем, что тебе Бог это говорил? Это внутри самого израильского народа начинается этот бунт. А у нас мяса нет, я вам дам мясо, до ноздрей. Ответы-то какие, прям считаешь, да разве же может до ноздрей быть? Оказывается, может. Еще мясо было вот так, и Бог поразил их. Не два, не три человека, 18 тысяч юношей молодых. Этот быт-то обошелся дорого. Смуту нельзя было погасить, это мы уговариваем. А в Ветхом Завете не уговаривали. Моисей сказал, кто ко мне, левиты, левиты, за ножи. За мечи. Идите по шатрам, и кто хотел с быком уходить обратно в Египет, режьте подряд. И 3800 человек зарезали. Своих евреев, евреев. Когда меч прекратит упиваться этим, говорит. Вот пошли смотреть землю. Вплотную подошли границу. Вот сейчас только перейти границу, и войдете. 12 человек. Из 12 10 против процента совсем перевернулся в другую сторону. 10 это против. И сколько дней ходили? 40 дней. И Господь говорит, за каждый день год будете ходить в пустыне. Бог говорит, я с вами. Мы увидели, какое чудо. Ни одного вы египтяне не убили, я их потопил. Я все делаю из вас. Ну идите, вот Иордан, так и перешагните. А как Иордан перейдет? Остановилось, написано, вода высохла, и пошли по суху. Ну идите. Нет, не пойдем. Там города, стены до небес, а люди как деревья. Безумие полное. Читаешь, да все это то же самое. А тут жить нельзя, вот тут у вас невозможно, то другое. Это то же самое бунт. Точно так же. У тебя цели не было войти в обетованную землю. Ты здесь потеряешь и получил самое главное, чтобы дети твои были во Христе. Повторяю, что вам нигде не найти таких учителей, как потеряете, чтобы все были верующие. Нигде. Ни в одном городе, ни в одном селении, ни здесь, ни за рубежом. Вы здесь бы уцепились за школу, что угодно сделал, школа была, нет, а я отдам детей в город, а я отдам куда-то, только встречнешь руками, Господи, да Израиль же, как будто бы уже погиб весь, откуда же взялось это? По-новому опять все возрождается, я напоминаю вам, напоминание не помогает. В первом послании к Коринфянам 4:17. Апостол Павел говорит, Тимофей напомнит вам о путях моих в Господе. Как можно было так жить, чтобы не бояться, что о тебе будут рассказывать, и где-то не подколят, что-то плохое не скажут. Ты рассказывай всю жизнь мою, и люди будут брать пример. Подражайте мне, как я Христу. Этого ни Иоанн не мог сказать, ни Петр, а Павел сказал. А потом Павел говорит, подражайте мне, и смотрите на образ тех, которые на меня смотрят. Им подражайте. У тебя, кому ты подражаешь? 1 Коринфянам 15:1. Напоминаю вам, братья, Евангелие, которое я благовествовал вам, которое вы приняли, в котором и утвердились. Вот эти слова-то сказать сегодня нельзя. Священник может напоминать. Я напоминаю вам, не забывайте, 40 творите дней умершему. Я напоминаю вам, у нас крестный ход Коробейникова, надо пойти. Я напоминаю вам, у нас привезут чудотворную икону. Напоминаю. Я ни разу не слышал, чтобы священник сказал слова, я напоминаю вам Евангелие, которое я вам благовествовал. Ни разу. И думаю, за 2000 лет ни разу не было сказано. Ну трудно было просчитаться. Я могу вам сказать, я напоминаю вам Евангелие, которое я вам проповедовал. Постоянно говорил, наживал среди вас врагов. Но вы потом поймете, что большего друга, чем Евангелия у вас не было. 2 Тимофею 1:6. По этой причине напоминаю тебе, возгревать дар Божий, который в тебе через мое рукоположение, которое от матери твоей Еники и бабки Лоиды вера в тебе. Этого нельзя сказать ни одному еретику сектанту. У них нет этого дара, который у нас на священниках от епископов. Его нельзя возгревать, потому что там нет ничего, там все холодно. Напоминайте постоянно, ничего нет истинной православной веры. 2 Тимофея 2:10. Сие напоминаю, не вступать в слово премия. Если мы не верны, то Бог верен. С перетеками спорить не надо. Вы им скажите, вы не церковь. Постоянно повторяйте, вы не церковь. И все, а вне церкви нет спасения. С перетеком только одно говорит, напоминаю вам об этом. Не вступать с ними в спор, который не служит для пользы. Титу 3.1. Напоминай христианам. Повиноваться и покоряться начальству и властям, быть готовыми на всякое доброе дело.
Каким властям? Неверующие, язычники были. Вот у нас Иерусалим, город, край. Закон принят, и все. Надо его исполнять. А мне нравится, ты знаешь, во что ты идешь. Не исполняй только тогда, когда он противоречит Евангелию. К евреям 10.3. Но жертвами каждодневно напоминалось о грехах. И то, что священник совершает литургию, в конечном-то счете это тоже. Оглашенные изведите напоминание о том, что человек падает пятеньей или некрещенный. Дальше. Помяние как разбойника, напоминание о грехах. Премудрость 12.2. Ты мало-помалу обличая, напоминаешь им, в чем согрешили они. Когда Господь нас наказывает, нужно принимать с радостью, что Бог этим напоминает нам, желая нас избавить. Иногда через болезнь детей, через скотину, через пожар, через нападение врагов, через воров. Это все напоминание. А можно ли предохранить себя как-то? Теоретически можно, практически нельзя. Ни президент, никто не может быть в безопасности. Никто. Ни патриарх, никто. Сирах 45.11. У священников были яблоки внизу и позвонки. Ну, яблоки из чего-то золотые написано. И позвонки, звоночки. Он шел и напоминал. Шел, они все звенели у него, как кадило. Зачем? Это напоминание о проповеди, чтобы мы никогда не умолкали. Шли и звенели, и звенели. Чтобы ребенок не просто говорил слова, а у него было напоминание о Боге. Мне редко приходится слышать о детях, когда дети побуждают к молитве. Когда дети побуждают к чтению Слова Божия. Очень и очень редко. На одной руке могу только вспомнить детей, которые такие были. Вы это видите? Когда ребенок бегает и играет, а мать дома что-то стирает. Он маленький, дошкольник прибегает. Мам, давай помолимся. Так хорошо. Или меня обидели, я не знаю, что делать. Чтобы ребенок знал Бога. И скажет, мама, давай споем сейчас, это какое-то песнопение. Синее небо меня так манит. Знаешь, что там мой Спаситель Христос? Ребенок один к матери подбегал и просил. И в этом же году умер, не могу пойти, мать умерла. То ли он чувствовал, то ли что. Сирахов 49.11. Вот у нас сейчас идет дождь. Видите, за окном. И дождь хороший. А о чем он говорит? И написано, и напоминало врагах под образом дождя. Как я это дождь увидел? Так, знай, вот так пришел враг. С неба пали демоны. Это напоминание. Я вам считаю Слово Божие. Да мы о милости должны вспоминать. Правильно. По милости Божией небо стало свободно. А к нам великая ярость и сошел сатана. И вот так все потопляющим потопом пришел Гитлер, пришли коммунисты. Это все дождь напоминает. А для нас дождь, это скорее зонтик в руки, да крышу поплотнее. Напоминает о врагах каждый дождь. Ухватите это. Третье послание Иоанна 1.10. Когда я приду, то напомню о делах, которые делают эти люди, понося нас злыми словами. Иоанн это человек, который все время говорил о любви. И он говорит, я встречусь о любви Божьей буду говорить. Нет, я напомню об этих людях, которые в церковь торгут и нас поносят злыми словами. Я напомню это. Даже удивительно делается. Значит, напоминать для чего? Чтобы остальные в это не впали. И притча Соломона 17.9. Если человек попросил прощения, человек исправился, не напоминай больше ему о его проступке. Потому что напоминающий о проступках удаляет друга. Единственный раз, когда говорится напоминать не надо, когда принесено покаяние. Аминь.